Сегодня поиграем в очень интересную игру. Вот. Называется она Соус Мэс. Погнали. Нифига. Давайте это будем использовать. Вот теперь прям... Так, это у нас 100. Южная... А, Южная Америка. Понятно, это 100. Африка. А, понятно. Вот это вот, ребята, у нас Африка. Запоминаем. Давайте будем уметь прямо в одно океана. Полетел. Что-то метеорит намного больше, чем я думал. А сколько здесь мы нажмем на... О, не дайте вот так вот. Да что это такое? Нифига. Нифига себе! Давайте теперь какие-то кусочки. Это куски от... Это куски от... Земли какой-то. Ёлки-палки. Вот еще раз запустим. Давайте чуть поагрессивнее. Ёлки! Давайте сюда запустим. Все, новый день. Из какого-то войка у нас уже земля вновь возвысилась. Смотрите, тут можно вот тут и вот залезть и вылететь вот отсюда. Так, давайте еще раз вспомним. Я не хотела этого делать. Луна. Это луна? Так, это что там? Зачем вы что, обалдели? Я их не запускал, я только... Я их не запускал. Вы же сами ведь видите, у меня сейчас луна. Давайте ее сюда кинем. Будину. Это может присниться только в космавных фильмах. Все, ну все, давайте я найду с вами. Я еще его нету поглотить. Нифига, нифига, нифига! Что так жестко? Вот еще. Давайте много таких заспавним. Я сюда перейду в Соус Мэс. Мне никакая реклама вас не нужна. У нас еще вторая версия, мы обязательно тоже в нее поиграем. Вторую версию. А я прям много таких заспавним. Земля возрастается! Земля возрастается! Прости, земля! Это все игра. Это что за обман? Это просто игра. Давайте сюда запустим молнию. Блин, а деревья я запустил. Это у нас что? А у нас какие-то есть сердечки, да? И мы используем эти вот вещи. Я буду использовать такие вот вещи. Да что это за запуска такая? А у меня тоже есть настройки. Давайте запустим сразу много таких. Что? Давайте много таких. А что это за совы? Стоп. Что? А они прилипли? Стоп, я понял, они походу космодром. Так, это что такое? Нет, не это, вот это вот что. Вау! Это вот такое вот дерево. Вау! Вау! Мне нравится, ребята, вот так вот. Посмотрите на эту красоту. Вау. Так я предполагал, как будет выглядеть космос. А что будет, если мы запустим с вами эту вот ракету? Давайте запустим ракету. Она полетела, полетела. А! Нифига у нее звук. Неплохой. Что?
Это пушка привела к тому, что не оставила ни одного человека в живых. Давайте попробуем одну заспавнить. А сможет всю свою планету убить? Сможет? Так, я там вижу какие-то сверху ракеты. Они что, тоже убивают? Ребята, это, кажется, самое мощное оружие в этой игре. Надеюсь, тут есть еще мощное оружие, потому что я хочу еще какое-то мощное оружие. Это что? Это что? Это дрей, да? Я угадал? Да, смотри, он сивит. Ну ладно, не смею, что так. Нифига, мы уже 2 миллиона 90. Идите убили. Так, все штуки. Это вот что у нас залазило? Нифига себе залазило. Кстати, я все еще хочу получить новую секретную пушку в этой игре. Я получить ее никак не могу. Давайте просто заглянем. Ну, она там уже вылетела. Да, она там уже вылетела. Вон она летит, ребята. Вон, смотрите. Только не выклан! Она не умеет. Что это за классная ракета? Давайте прямо... Ну, в дома съедем. Это помогает под основание... Дмитрий, давайте еще сделаем. Ой. Не, метеорит круче. Ну, ребята, это у нас... Да. Так, это что? Солнечный луч? А почему солнце там, если луч отсюда идет? У нас что, 2 солнца? Вот и солнца нету. Так, солнце, если вот этим вот... А, вот этим быстрее, там и нет. Я могу снять, если сама воску. Ребята, ну в космосе больше ничего не осталось. Ни солнца, ни земли. Давайте еще что-то делаем. Я случайно это делал. О, тут есть тоже настройки. Это, например, нифига. Максимально, да? А, не, X5 максимальная. Нифига себе! Слушай, давайте не будем все брать. Тут тоже есть солнце. Кстати, давайте я покажу, как получить одну подсхалку в этой игре. Для этого вам нужно заморозить всю планету. Теперь понятно. Я тут думаю, я вообще дурак. Ну да, для этого нужно нравится заморозить. Всю планету. Замываем, и тут нам все понятно, что не было ни одного куска. Когда получим новую подсказку, новую землю под названием, как я вам не скажу. Угадывайте. Я пока буду навозить. Чуть-чуть осталось. Все, Южной Америки больше нет. А Южная Америка еще есть. Чуть-чуть Южной Америки. Ну все, Южной Америки больше ничего не осталось. Нужно тут все сделать, чтобы у нас тут ничего не было у нас. Давайте вот так. Ну все, готово. Так. Ну, ребята, если хотите, мы получим снегать планету. Ну, я тоже на усет, но есть огонь. Кстати. Есть огонь. Вот это вот красиво делается. Нифига себе, мы не засняли. Сейчас снег, я забыл снег, нет. Я отморозила, больше не существует.
Да, ну тут есть по крайней мере новые планеты, я их еще ни разу не использовала. Погнали. И это у нас вот это вот. Это у нас то. Блин. Это что сейчас было? Ну, слушайте, приходим к этим делам. Нас здесь инопланетянины. Какие-то. Да, это я инопланетянин. Давайте посмотрим на их масштабный взрыв. А давайте я отправим на этот взрыв вот эту бомбу. Что будет? Наверное, сейчас она взорвется и вся планета сейчас взорвет. Нет, она завождает ее! Посмотрите внимание на количество людей. Она ее завождает. Давайте еще вот тут вот это сделаем. Тут все то же самое, да? Да, и смотрите на количество людей. Они не устанавливаются. Обалдеть. Смотрите, тут нет дыры. И тут нет дыры. Офигенные бомбы просто. Так, а это вот что такое за бомба? Давайте вот этим планетой не хочет, чтобы они нас сели. Вот это вот что у нас за такая вот космодонная? Ты что упустила? Нифига. Что? Ну, на нем сейчас взорвется, да? И куда улетел? И куда полетел? А? Никуда полетел. Я думаю, что без их. Да? Вот думаю, что без их. Ну, наконец-то... Обалдеть. Не-не-не-не-не, я не хочу этого плохиния. Я прощаю вас. Я просто застиг. Что мне это вообще сделал? Я буду там капец. Я-то думаю. Он просто лучом сияет. Таким длинным. Смотрим вот эти вот. Дальше много таких запустим. Давайте много таких запустим. Они что, хочет пополам планету развести? Я этим хочу заняться. Я хочу восстановить планету на пополам. У нас уже почти солнце получилось. А не земля. Ребята, у нас получилось солнце и земля. Нам не нужно солнце, но само можно его просто заложить. На космос выглядит очень красиво. Что будет, если тут будет черный, а там фиолетовый? Черный. Ой, что-то некрасиво. Тут черный. А тут фиолетовый. Блин, а мне такое хочется в космос полететь, но на самом деле это классно. Вот это красиво, да. Мы что, я на... Да, у вас меняли планету напополам! Обалдеть! Это за красоту! У вас меняли планету напополам. Это что, вон видово планеты? Всё. Нифига, вы там видите какой-то лучик большой? Ты не говоришь, что тебе вот этот вот несенький лучше забьёшь? Давай мы ему поможем, чтобы не было таких вот. Ты куда вообще сделать? Мы тебе тут это все сломаем. Давайте ломаем ведро планеты. Мы сломаем ведро? Нет, я не сломаю. Мы сломаем ведро планеты? Блин, мой весенний только в космосных сломах. Прощайте, диски. Планеты у нас больше нет. Давайте мы используем новую планету. Давайте используем Плутон. Ой, прошу прощения. Плутон это не планета. Давайте газовую планету. Опять извиняюсь, что тут никого нет. Так, это что за планета? Нифига, она из лавы. То есть она живная, да? Вау. Что? Посмотрите внимательно только на людей. Смотрите только на людей. И посмотрите, сколько нас из земли людей. Ребята, эта планета заслуживает вашего лайка. Это Китай, да? Это не Китай.
Это что, у нас защитная планета? А, не сидим там, кто использует. Давайте... Это идеальная планета. Давайте... Ты тут снимаем, ты тут... Стоп, да блин, а! Ну что, давайте взломаем. Да что за фигня? Ну, за цветом тоже сломается. Что не ломается? Что там классное солнце? Зачем мне нужно вообще? Давайте теперь будем использовать вот такие вот щиты. Это тоже щиты, да? Да, это щиты. Давайте переваливаем. Да, это щиты, только давайте их много запустим. Давайте много запустим таких щитов. Блин, звуки прикольные. Наверное, какой-то шатун. Че на себя это защитная планета. Там всего осталось. Все готово. Теперь наша планета в безопасности. Да, нас не безопасности. Мы маем щиты. Да, няница вас ждает. Прикольно. Особенно если мы запустим очень мощную бомбу. Причем две такой. Что? Они не сломают защиту, самые мощные. Давайте когда много таких запустим. А, не вызвало. Яница меня защитная. Опять завыв. Теперь вот эти вот самолетики будем запускать. Что за самолетик у нас? Что, можно угадать самолеты? Нифига себе! Фу. Я могу дырку тут сделать. Опять я тут дырку сделаю. Да блин, я не туда лечу. Да блин! Куда я вообще лечу? Да что за каска? Он за космос. Да блин! Давайте попробуем на узел вылететь. Получится, используем следующий предмет. Я забываю, что есть вот этот вот. Укус. Да блин, почти, это было нам близко. Ой, ты сможешь. За что за фигня? Я лечу нормально. Блин, плохой подъявье. Так-то лучше. Да, мы вылетели на вузу. Теперь с вами этого махи. Следующий предмет, это у нас какой-то непонятный чейф. Что же это за звук? Послушайте, ребята, внимательно этот звук, послушайте его. Классные звуки, да? Ой, фу, знаешь, это на защитную планету тебя пойдет, да? Давай, идти. О, нет! Блин, жалко противника. А если много таких запустить? Дайте много
все-таки запустим. Нас все позволяет, да? Не говори, что это упадет. Возьми паузу. Все, теперь у нас новая функция, это дневники. Что, на этой стене больше никого нету? Давайте запустим много сынок. Блин, давайте на нашу землю пробьем это. Давайте будем много таких вот. Не, давайте много драконов запустим. А, можем дракон еще идти. Ничего себе. Что? Я же никуда не летел. Да! Чего вы летели? Да. Это что за пчелы? Нифига себе. Это не надо. Офигеть, не лагают. Обалдеть, я тут такой звук масштабный. Я сказала, обалдеть, у меня игла лагает. Офигеть, на меня такое дает. Давайте так вот сделаем. Так намного лучше. Светофорная здесь. Офигеть, вон здесь, там что. Они грызут и умирают, они до них грызут и улетают. Понятно. Блин, зря их так много запустил, но они не полетели куда-то. Ладно, ребят, на этом все. Ну, я обязательно в следующем ролике покажу вам, как открутить это оружие. И вот я покажу, как получить, ну, из планеты вы такую вот, то есть вы не поняли, блинтик планета. Блин планета. Блин, почти готов, осталось приготовить самое важное. Все, готов, блин. Да мы должны были получить эту планету, но она у меня не получилась, она у меня уже есть. И давайте получим очень сложную планету, это нужно сделать так вот. Да, если не себя, что... Вот видите, на этом же золото получается. Видите, что-то видели. Не знаю пока что, я не скажу, что было. Сами угадывайте. Правильно, это, ребятки, видите, не скажу, пока не подписывайтесь на канал. И не поставьте один человек. Оставьте в океане.
спасайте. Так, где мой друг? Спасайте, Олег. Все, человека на пусть, ребята. И нету. Нам нужно тоже бок обрезать. Ребята, правильно, это у нас квадрат. Вот видите, у нас уже квадрат. Вот видите, какой-то квадрат. Максимально все аккуратно есть. То на всем. Посмотрите, у нас уже куб получается. Знаете, что, когда мы взяли мамочку из Тяптуру 2, то, знаете, рука может быть папа длинные ноги, а может быть рука Хаги-Ваги. Я покажу, что не сути рука Хаги-Ваги и папе, папа длинные ноги. Таким образом должны быть спокойны. Нужно все максимально. Это очень не делать, а осторожно. И что с? Вот это что то же самое. Ребят, мы почти получили уже. Надо все это убить. Сейчас никак не убить. Ну и как все? Раз, два, три! Нет, ребят, но мы все равно можем получить эту планету. И тут тоже столько же людей. Я не знаю, почему она очень большая. Она с восьмером. Так, она с восьмером. Так, ребята, он просто возьмёт нашу планету, вы понимаете или нет? Я, ну, это, можно делать какие-то фигурки. Вот, например, я хочу делать такой большой клад. И знаете что? Я не могу сломать планету. Это считается тоже щит. Реально тоже щит считается, ну... Видите, это реально щит. Тоже, но это на самом деле не щит. Там был такой вот маленький. Ладно, это мой воля будет заканчиваться. Всем пока. А про лайки вы не забыли. Ребята, вы меня помните. Я же вам показывал мои лайки. Не забудьте, что я ваш любимый. Ну, мне придется прощаться с вами. Ребята, ну, ребята, знаете что? Мне, ребята, ну, мне вас жалко, поэтому мне придется с вами прощаться. Пока, я еще к вам вернусь. Но это моя жизнь.
Слушай, пацан, ты знаешь что? Эй, пацан, ты что, глухой? Пацан. Эй, пацан, ты слышишь меня? Пацан, почему у тебя слезы? Видно, его кто-то обидел. Его где-то ударил.